Знаете, появились компании-однодневки, которые предлагают производителям купить дорогостоящие детали из-за рубежа. При покупке легко нарваться на мошенников. Об этом в программе «Метро» на радиостанции «Красноярск Главный» рассказала директор Красноярской продовольственной компании Елена Нагибина. По ее словам, цена на запчасти для импортного оборудования на их производстве выросла на 80%. К тому же детали сложно купить, а ценник на российские аналоги почти в 10 раз выше, чем у зарубежных поставщиков. Нагибина считает, что такой ситуацией могут воспользоваться мошенники. По более низкой стоимости они предлагают различные детали из-за границы. Однако гарантий не дают. Заказывать дорогостоящие детали производителям придется на свой страх и риск. Нет даже возможности проверить, кто эти люди. Это вновь созданы очень часто фирмы. Они все работают по предоплате. То есть это, ну вот, а-ля кто-то там на деревню дедушки пришли мне там несколько тысяч евро и...